Привет всем! Вы смотрите канал Workout Fitness городских улиц. И сегодня наша команда The Patriots находится в гостях в северной столице у легендарной команды XTRA, с которыми вместе мы решили потренить по их схемам. И сегодня они специально подготовили для нас интересную тренировочную программу. С нами капитан этой команды Ника. Давайте дадим ему слово, и он расскажет пару слов о том, что сегодня будет. Ну, на самом деле, начнем с того, что я не люблю в рамках команды, да, называться капитаном. Я, может быть, основатель, но я не капитан. На самом деле, да, сегодня мы потреним. Сделали мы сегодня рутинку, составили из разных фрагментов, которые у нас присутствуют на разных наших тренировках. Будет у нас там все будет у нас. Начнем мы с маслапов, как бы с верхнего, так сказать, с верхней точки. Далее пойдут у нас пулаповая секция, дипсовая секция и пушаповая секция. То есть вот будем вот так по градации спускаться. И внутри каждого этого упражнения там будет своеобразная своя тактика выполнения. Вот. Примерно, ну, на час, ну, на час 40, наверное. Посмотрим. Итак, первая часть нашей тренировки. Сейчас мы делаем секцию с маслапами, то есть с выходами силой и со статикой в верхней фазе пушапа, то есть в верхней фазе отжимания на полу. Делаем мы по такой схеме: 10 выходов силой, спускаемся на землю и стоим 100 секунд в статичном положении в верхней фазе отжимания. Отстояли 100 секунд, залезаем на перекладину, делаем 9 выходов силой, спускаемся, стоим в верхней фазе отжимания на полу 90 секунд. И так вот по пирамиде вниз спускаемся до одного выхода силой, после которого мы стоим 10 секунд в верхней фазе отжимания, и потом залезаем на турник и делаем финальную добивочку 10 выходов подряд, после чего у нас будет отдых. Такова первая часть. Я озвучиваю второй круг нашей рутины. Сейчас мы будем делать подтягивания. Делаем их с одного конца турника с проходом в другой. Делаем, максимально прижимаемся спиной к столбу. Делаем 5 подтягиваний. Сохраняя угол, проходим в конец турника. Прижимаемся грудью к противоположному столбу. Делаем 5 подтягиваний. Сохраняем угол, проходим обратно. Делаем еще 5 подтягиваний. И еще 5 подтягиваний, пройдя оттуда обратно опять. Итого 20 подтягиваний с такой своеобразной статической, статодинамической нагрузкой. На всякие злобные слова. Итак, у нас сейчас идет третья часть нашей тренировки. Заключается она в том, что мы делаем статическое удержание в диагональном подтягивании с вертикальным хватом рук. Стоим в фазе 50 секунд. 50 секунд отстояли. Запрыгиваем на брусе, делаем дипсы, то есть вертикальные обычные отжимания 10 раз. 10 раз делали, переходим обратно на статику в диагональном подтягивании, закрытым хватом за столбы. Стоим 40 секунд. Отстояли 40 секунд, делаем опять 10 дипсов на брусьях. Переходим обратно на статику, делаем 30 секунд, потом делаем 10 дипсов. 20 секунд статика, 10 дипсов, 10 секунд статика, 10 дипсов. Градус диагонали выбираете следующим образом. Подходите к столбу, фиксируете свою руку внизу, где она у вас заканчивается. Значит, в том месте вы должны браться руками хват, когда будете становиться в диагональное положение. Руки должны быть под углом 90 градусов. Итак, следующий круг, который мы делаем, это дипсы с проходом по брусьям. Мы делаем на одном конце 10... На одном конце, сейчас. Итак, следующий круг, который мы делаем, это дипсы с проходом по брусьям. Мы делаем на одной стороне брусья 10 отжиманий, проходим брусья, делаем 9 отжиманий, проходим обратно, то есть задом, делаем 8 отжиманий, опять проходим вперед, делаем 7, и так спускаемся до одного. Да, не ори, не гунди. Шабич.
Итак, у нас сейчас идет пятая часть нашей тренировки. Состоит наша часть из выполнения двух упражнений с задействованием брусьев. То есть вы на одной жерди брусьев делаете обратным хватом дипсы, то бишь отжимания вертикальной груди 10 раз. 10 отжиманий таких сделали, переходите вниз к столбам брусьев и делаете вертикальным хватом закрытым пушап и дайв. То есть горизонтальные отжимания на земле с упором ног на земле, а руками хватом за столбы. Так делайте тоже 10 раз. 10 раз выполнили, 10 секунд отдыхаете. И затем начинаете снова то же самое. Всего будет, соответственно, 5 подходов. Небольшая пометка. Глубина хвата при пушапах дайв. Вы делаете хват на уровне от земли, чтобы было вот на длину вашего предплечья. Ну что же, мы приступаем к 6-му кругу нашей рутины. Круг будет из отжиманий. Мы делаем 25 отжиманий спиной, как говорится, к скамье. 25 секунд отдых. Еще 25 отжиманий, опять 25 секунд отдых. Еще 25 отжиманий, 25 секунд отдых. И так мы делаем в сумме 100 отжиманий спиной к скамье. Сейчас мы делаем нашу 7-ю часть нашей программулины. Заключается она в выполнении двух упражнений на брусьях и на полу. Задействованием брусьев и задействованием пола. На полу вы делаете 10 пушапов, то есть 10 горизонтальных отжиманий на, скажем так, на около первого, там, ну, около одного края брусьев. Вы сделали 10 пушапов, заскакиваете на брусья в закрытый параллельный хват и вот в таком положении рук под 90 градусов, скажем так, в средней фазе пулапов подтягивания, вы проходите на противоположный конец ваших брусьев, спускаетесь и делаете на той стороне 10 отжиманий на полу. Сделали 10 отжиманий, таким же образом возвращаетесь на противоположный край брусьев, там спускаетесь, делаете 10 отжиманий, и в совокупности вы сделаете 100 отжиманий от пола. Да, все, поехали. Ну, в общем, наша рутина сегодняшняя подходит к концу, и у нас осталось небольшое аутро. Значит, что мы делаем? Аутро, блин. Мы делаем... Я не приехал, аутро. Аутро у нас осталось. Аутро? Выход? Итак, мы делаем 10 выходов на 2, тут же делаем 10 дипсов груди на перекладине, уходим вниз и делаем 10 подтягиваний, спрыгиваем и делаем 10 отжиманий. Такой своеобразный окончательный сет, да. Читал Зефу, Зеф, все слышали, как да, Зеф, респект. For you. Mode, тоже и IBM, Master Shredder и все крутые. Это да, Master Shredder. Ну вы поняли о ком. Что вы думаете о сегодняшнем дне? Ты меня застал врасплох. Сегодня мы прогнали нашу стандартную, в общем-то, рутину, составленную из разных фрагментов нашей тренировки, как я, наверное, уже говорил. Сделали мы рутинные силовые сеты, никаких солнышек, никаких планшев. Все в нормальных традициях. Короче, никакой акробатики. Все в лучших традициях силовых качественных подходов. Так что всем раз на раз-два, подбородок над турником. Да. Отожмитесь от слабости, потянитесь к силе. Экстерей здесь, здравый всем двор здесь. Всем продуктивных тренировок. Москва здесь. Да. Здесь все. Москва. Здесь все, да. Мурманск, Нико, Аксель, Хок, Химикейт и он Лизи. Я даже не знаю, кто это такие. Это Ярко, это который нас снимает сейчас. Ребят. Еп. Yep. Ну, что я могу сказать? Отличная рутинка. Рад, что приехал. Рутина! Рутина! Ну, мне понравились несколько части, это было круто. Приглашаем вас к себе. Мы тоже что-нибудь придумаем. И это круто. Так что обменяемся опытом, я думаю. Да, будем ожидать. Все.
Очистные упражнения, которые очень сильно загружают грудные мышцы и также, в принципе, весь верх тела, плечевой пояс. Упражнения я позаимствовал у нашего американского друга Ганнибала.